В Донбасском государственном техническом университете прошел день открытых дверей. Студенты и преподаватели на сцене Лисичанского городского дворца культуры презентовали свои таланты и рассказали о преимуществах учебного заведения. Побывала на дне открытых дверей и наша съемочная группа. В Донбасском государственном техническом университете день открытых дверей. Презентовали эвакуированный из Солчевска вуз в Лисичанском городском дворце культуры. Мама, я хочу туда. Это учеба, мама, уже ждет меня. О боже, мама, мама, с ночи до утра. Я поступаю, мама. Донбасский университет функционирует в Лисичанске чуть более года. За это время его закончили почти 500 тысяч студентов. Столько же пришло в этом году на обучение. Богдан – один из них. Я сам с Первомайска, но как бы у меня был выбор – идти работать или поступать. Я выбрал сторону учебы и не пожалею, потому что я уверен, что я буду вспоминать это все с улыбкой на лице в дальнейшем, и мне будет что рассказать детям. Ректор Донбасского университета говорит, благодаря финансовой помощи Европейского Союза смогли за год восстановить обучение в полном объеме. Мы за прошедшее время значительно улучшили материально-техническую базу. Сейчас работаем над тем, чтобы улучшить быт наших преподавателей и студентов. Закончился день открытых дверей в Донбасском государственном университете исполнением песни «Визитной карточки вуза». Анастасия Волкова, Илья Трофимов, Подии.